В первом тайме многого не получилось. Дали установку играть контроль. Перегорели, наверное, чуть-чуть. Волнение было пропустить. Во втором тайме тренер дал установку, и мы ее выполнили. Забили свои голы. Большая мотивация играть за основу. Там и восстанавливаться не надо. Выходишь в премьер-лиге, это ты должен доказывать свою состоятельность. И доказывать тренеру, что ты можешь играть в составе. Не только в казахстанской премьер-лиге, но и в еврокубковых матчах. Мы привыкли играть. Не первый матч играем при такой атмосфере. Волнения не было. Наоборот, только придавало энергии и положительных эмоций.